Правительство Чувашии выделит дополнительные средства на содержание дорог и завершение ямочного ремонта и застроящейся автомагистрали М-12. Многие дороги пришли в негодность, ездить по ним опасно. Существенно вырос объем требуемого ямочного ремонта. На совещании в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства принято решение о выделении дополнительных средств из дорожного фонда. Средства направят на приведение в нормативное состояние участков автодорог от моста через реку Сура в Порецком районе до Шумерлинского. Дороги и Бреси-Канаша, Бреси-Березовка-Кудейха, Янтикова, Чутейха, Большие Кайбицы.